Этого момента в Бобруйске ждали давно, ведь ангиографический комплекс открывает новые возможности для лечения горожан. Во всем мире растущая смертность от сердечно-сосудистых заболеваний остается проблемой номер один. Мощным средством для спасения жизни стали современные технологии, к которым с полным правом можно отнести ангиографию, рентген нового поколения. Это очень важное оборудование, которое будет обслуживать население города Бобруйска и 5 прилегающих районов. Это отделение будет межрайонным. И если раньше пациентов с тяжелой сосудистой патологией доставляли в город Могилев, то на сегодняшний день есть возможность проводить исследования и проводить лечение уже у нас в городе Бобруйске. Диагностическое исследование сосудов, сердца атеросклеротического поражения артерий и других патологий позволяет специалистам вмешаться на ранней стадии развития болезни, чтобы предотвратить операции. Своевременно поставить такие диагнозы, как инфаркт миокарда, ишемическую болезнь и врожденные пороки сердца. Для больницы скорой медицинской помощи, где сегодня 2 кардиологических отделения, такое оборудование больше, чем актуально. Только пациентов с острым коронарным синдромом за год было более 700. Будем заниматься лечением пациентов с облитерирующим атеросклерозом сосудов нижних конечностей. Это поражение артерий почек, это поражение брахиоцефальных сосудов. Весь персонал ангиографического кабинета готов со следующей недели принять первого пациента для проведения исследований и лечения. Сегодня уже 2 врачей-хирургов в больнице имени Марзона обучены столько же на подходе. Комплекс стоимостью 1 411 000 белорусских рублей – это не только шанс для жизни пациентов, но и комфортные условия для самих специалистов, продуманные до мелочей. Отличная оптическая способность и разрешение экранов в 4 раза больше, чем у другого оборудования, позволяет визуализировать все анатомические особенности коронарного русла человека. Плюс архивное хранение снимков и другой информации дают возможность проследить динамику развития болезни и лечения. Если мы уже говорим о лечении, о стентировании сосудов, то это позволяет во многом, в первую очередь, сохранить жизнь пациенту и во многих даже случаях, собственно говоря, и излечить его полностью, и вернуть к труду социально адаптированного человека. Будет вести специальный регистр, который будет в этом регистре будут зафиксированы те лица, которые необходимо выполнить, у которых есть показания для выполнения данного вида исследований. И в течение определенного времени будет реализовываться данное исследование. Открывать знаковые объекты в день подведения итогов за год в Бобруйске стало уже доброй традицией. Современный комплекс станет одним из кирпичиков фундамента 2020-го. Ну а о достижениях прошлого года сегодня говорили со сцены Дворца искусств. Здесь собрались почетные гости, руководство города, знаменитые личности, белорусские артисты и не только. Подробнее о хузактиве мы расскажем в воскресенье в итогах недели. Мария Бересневич, Максим Галеонко, Бобруйск 360.